Несмотря на будничный день, порадоваться за первый юбилей фонда «Наши дети» пришли десятки оренбуржцев. И это не притворство. На протяжении 5 лет фонд ведет различные направления, но все они так или иначе связаны с оказанием действенной помощи маленьким оренбуржцам. Мы курируем инфекционный бокс клинической больницы номер 12. Там полностью отремонтирован бокс. У детей сплит-система, кондиционер, то есть все отлажено. Построена детская площадка на территории больницы. Организаторы порадовали своим вниманием всех собравшихся. Маленьких друзей фонда ждали в фойе. Здесь прошли мастер-классы по лепке, рисованию, мыловарению и шитью мягких игрушек. Сам концерт начался чуть позже. До этого был организован сбор средств в помощь больным детям. Поддержать маленьких оренбуржцев пришел и замглавы Оренбурга Андрей Шевченко. Я в любом случае на все такие мероприятия приезжаю. Причем приезжаю, может быть, даже, скорее всего, не подолгу, а как гражданин, потому что мне не безразлично, что сегодня происходит вот с этими проблемами в нашем городе. Депутаты горсовета регулярно помогают детям. Они сотрудничают с социальным приютом «Лучик», помогают школьникам из семей с низким достатком подготовиться к 1 сентября, помогают детям с онкозаболеваниями. В горсовете немало людей, неравнодушных к чужой беде. Вот и депутат Евгений Кулагин с 2010 года активно сотрудничает с фондом «Наши дети». Я там очутился, еще не будучи депутатом. С прошлого года я являюсь уже попечителем совета и еще раз говорю, что это моя гражданская позиция. Все деньги, полученные в этот вечер с продажи билетов, будут переданы на нужды детей-отказников. Они рядом и нуждаются в нашей помощи и заботе. Елена Давыдова, Никита Плотников, Новости дня.